террасу Рождественно. Это мы в Рождественно. Ну, видимо, название это в честь храма. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Красивый. Красного кирпича. А вот цель нашего сегодняшнего визита. Вот имение Набокова. Вот какой очаровательный дом в классическом стиле. На холме, на крутом берегу речки Грязные. Или Грязные. Вот она, речка. Чуть-чуть полинял он за то время, что я здесь не был. А не был я здесь, кажется, 2 года. Тогда-то он стоял нарядный, только выкрашенный. Вот дом этот деревянный. Колонны эти, конечно, не каменные. Пустотелые колонны, сделанные из досок. Место, конечно, красивейшее, что сказать. Сейчас 5 часов, еще не очень поздно. Как уцелело это чудо, неясно. Ну, такая грязная. Полюбуемся имением сегодня и купаться. Все дела сделаны. В музее станционного смотрителя я побывал, здесь недалеко, 3 километра за моей спиной. Река-то здесь красивая. Такие запруды, видимо, поставлены. Озера назывались. Вон пляж небольшой. Туда нам надо. Вот эти знаменитые девонские пески. Красные. Вековые. Такие вот обрывы. С красного песка почти не падает. На их краю часто строят дома. В Северском так и делают. Что-то, какие-то механические свойства есть у этого песка, что он не осыпается. Часы роют в нем гнезда, правда. Да. Место чудно. Вот мы поднялись в парк. Не знаю, проводится ли здесь экскурсия. Даже если проводится, мы сегодня уже поздненько, 6 часов. Открыт музей усадьбы. Выходной день поменяли вторник. Открыт для посетителей ежедневно с 11 до 17. Вот знаменитые пещеры. А там песчаники. У берегов реки Грязны. Все-таки экспозиция есть. Экспозиция музея расскажет вам о событиях жизни и творчества писателя-мигранта Набокова. О жизни на ушедшей дворянской эпохе. Других увлечений от коллекция бабочек. В музее представлены типичные
помещение дворянской усадьбы. Парадный зал, гостиная, столовая, буфетная кухня, которые создают неповторимую атмосферу старинного дома. К юго-востоку от усадьбы располагается великолепный пейзажный парк, который по сей день сохранил первоначальную планировочную структуру, осевую и кольцевую систему аллей. Основу парка составляет естественный лесной массив, ограниченный рельефом местности. На левом берегу правого притока реки Оредиш, Грязны, в километре от усадьбы находится Святая пещера, живописный грот с разветвленным лабиринтом полости и многочисленными ручьями. Недалеко от пещеры выходит на поверхность воды святого источника, слабо минерализированные и кальциево-магниевые. Это очень необычные по цвету и замечательные по настроению романтичные уголки парка. Дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается на боков другие берега. Вот так. Ну что ж, музей для нас закрыт. Зато открыт парк и пещера. Беседочка чудесная. Я устроил трапезу, попил крепкого чая. И опять бодр. Интересно, дом спланировал. Значит, усадьба. Сверху такая большая, светлая комната. Веранда со всех сторон. Отлично можно обозревать окрестности. Место-то здесь видовое. Словно поставили. Это поставила экскурсию вдруг. Высыпала на улицу. А вот здесь ремонт колонн так и не доведен. Серый сразу. Крепко. А ты знаешь, это самое важное? Видно. Так, что-то мне не нравится. Ой, искренне. Не нравится. Не нравится солнце светит. Но. При всей простоте, насколько удачный архитектурный проект. Можно сказать, шедевр. Без преувеличения.
каким чудом он сохранился. Это деревянный дом. Шли революции, войны. Были забвения и перестроек. Все это уцелело. Старый парк. Мы едем к святому источнику. Красивым песчаным пещерам. Последний раз я здесь бывал. В 16-м году. Там уже была почти достроена часовня. И собирались ее освещать. Я собирался тогда приехать на торжественную церемонию освещения. Но что-то мне помешало. Ну и не посмотрим, как там все уже обустроилось. Окончательно. Вот такой мосточек здесь. Тут уже идут овраги. Они туда спускаются. В сторону реки Грязны. Приятная аллея, справа березы, слева ели. Какой муравейник, живой, весь кипит, жизнью полон. Красота. Старый парк. Знак у валуна и дальше поле. К источнику, как мне помнится, вот сюда, вниз. Здесь тоже интересные пещеры. Помню, я помню. Заедем на секунду. Вход пещеры опасен. Возможно, осыпание грунта. Низинка заболоченная. По-своему красивая природа. Да, до самой Москвы.
Серьезно. Прямо в Кремль. Фонарик нужен. У вас есть желание там побродить? Или любопытство просто? Там очень влажно. Просто интересно, сколько оно. Это же карстовое, да? Геология, я профан. Говорят, что это какие-то девонские пески. Что такое карст, я даже не знаю. Вот. Когда подземные воды вымывают часть грунта и осыпаются, если я правильно понимаю. Вот. Это пески, собственно говоря. Но какой-то очень интересной старой формации. Видите, как они держат форму замечательно. Она не осыпется, если туда пойти? Или этого никто не знает? Ну, я думаю, не больше шансов, чем попасть на переходе под машину. Доброго дня! Вам также. Спасибо. А вот и часовенка с купелью. Или это не часовенка, это так вот. Оформлено просто. Вытекает родник. Птички живут прям в карнизе. Меня за себя устроили. Не погрузиться ли нам в купель? Какие здесь берега? Она тут какая-то мутноватая такая, серая, серо-мутная. Как состата. Еле загнулась, уцепилась корнями в мох. Вот такую вот свечу сделала. И все. Как бы вот тут такой всплеск красоты волшебной. И дальше вполне обычная. Полуболотная речушка среди низких берегов. Ну что купил? Теперь хороша, пожалуй, что мы воспользуемся этой возможностью. Тут раздевалка есть, все тут оборудовано как надо. Не будем пренебрегать обстоятельствами. Вот как этот обрыв сверху смотрится. Довольно высокий, наверное, метр 15.
крутой. А здесь место совершенно ровное, и к нему примыкает поле. Хорошо. Погрузился в купель. Три раза с головой. Думал, что задохнусь. Все во мне. Весь организм у меня замер. Настолько холодная вода. Думал, конец. Не вылезу. Ну все, будем поворачивать к дому. Разобрался, что это за памятный крест. Этот поклонный крест установлен в память стоявшего здесь в 15-16 веках храма Великого Николы, центра Новгородского, Никольского, Грезневского погоста. Никольско-Грезненского погоста. И мы копеечку. Знак того, что сюда еще возвратимся. Речка грязная, а погост грезневский. Грязная, грязна. Вроде как от слова грязь. Мне говорят, грезневский погост, то уже слово грязь как бы не слышно, а какая-то грязь получается, а что это, не ясно. Солнце слева. Барским домом. Уж более хорош. Здесь лестечки есть. О, какой старый дуб. Этот уже все помнит. Ты все знаешь, дуб. Ты все видел. Славно тебя подперли. Хочется залезть на террасу. Но это будет немного по-хулигански, конечно, если я это сделаю. Да, красивее место еще.